Многие люди, которые ведут духовную жизнь, они стараются верить в Бога и надеются, что у них будет хорошая духовная жизнь. Но если мы посмотрим Библию, то увидим, что люди не могут этого сделать. Когда Иисус Христос пришел на землю, в то время были книжники, фарисеи, садукеи и многие, которые верили в Бога. Они были религиозными лидерами. И также это были люди, которые верили не в иного в Бога, а в Господа Бога. И мы все прекрасно знаем, что именно эти люди противились больше всех Иисусу. От их рук Иисус погиб. От их рук Он пролил кровь и должен был быть распят на кресте. Другими словами, это были люди, которые верили не в другого Бога. Это были священники, которые верили в Господа Бога. Были первосвященники, были книжники и фарисеи. Как они, будучи верующие в Господа Бога, могут предать кресту Иисуса? Как они могли противиться Иисусу? Сказать, что все они были злыми? Вы представьте, вот поговорите вы с ними. Все будут говорить, что любят Бога. Они будут говорить, что они усердно служат Богу. Разве их просто так поставили правосвященникам? Они скажут, я так усердно служил Богу. Религиозные лидеры того времени, они противились Иисусу и распяли Его на кресте. И на примере виноградарей Иисус рассказывает об этом. Если подумать, виноградарь – это очень бедный человек. Я помню, мое детство у нас было свое поле, но в то время невозможно было получить много урожая. Президент того времени очень много вкладывал для того, чтобы развивать область выращивания риса. Он приказал разработать особый сорт риса который позволяет на одинаковой территории земли получить урожай в два раза больше. Площадь Корейского полуострова составляет 220 тысяч квадратных километров. Половина принадлежит Северной Корее. Площадь Южной Кореи где-то 100 тысяч километров квадратных. И 70% территории Южной Кореи ⁇ это горы. И с трех сторон окружено морем. В Северной Корее намного меньше гор. Поэтому говорят, что только 50 тысяч квадратных километров можно использовать для земледелия в Корее. Нужно там заниматься сельскохозяйством, строить дома, строить школы, строить заводы. Да говорили о том, что если продать территорию Южной Кореи, можно купить на это всю США. Вы знаете, сколько стоит один квадратный метр в нашей Каннамской церкви? Не буду говорить вам. Но стоит очень дорого. Поэтому от маленькой территории нужно получить большой урожай. Но, к сожалению, не все люди, которые занимаются сельским хозяйством, имеют свою землю. Есть люди, которые, например, ловят рыбу на своей корабле. Если они поймают рыбу и все продадут, тогда доход будет их. А если кто-то арендует корабль и идет ловить рыбу, тогда даже если он продаст все, половину дохода он должен дать хозяину корабля. И со оставшегося нужно заплатить работникам, заплатить за топливо, поэтому ничего не остается почти. По этой причине есть одна мечта для тех, которые ловят рыбу, иметь свой корабль. Тогда, если они поймают много, тогда все деньги будут их. Это касается и тех, которые занимаются сельским хозяйством. Есть люди, которые хорошо занимаются сельским хозяйством, но не имеют своей земли. Тогда они арендуют землю. Они арендуют землю арендует землю у хозяина. И нужно получить большой урожай, чтобы вернуть им часть. И они все делают, чтобы получить хороший урожай. Дают удобрения, сажают. Потом нанимают работников, чтобы хорошо, эффективно работать. И если, например, отдать половину от прибыли хозяина, потом заплатить наемников, тогда почти ничего не остается. И поэтому те, которые арендуют землю, у них есть мечта иметь свою землю. Они хотят купить землю. Многие люди не знают, как тяжело живут те, которые занимаются землетилием. Да, в детстве, я помню, у нас было немного земли. У нас в семье было семь человек, отец, мама, мой старший брат, мой младший брат, я и две сестры, и нам хватало только на пищу. Но мы ведь не можем только жить на еде. Нужно, например, покупать обувь. Нужно покупать этради, и каждый раз мы продавали рис. Даже когда была земля, мы у нас не было достатка. И потом мы разработали свой сорт риса, который позволил два раза получать больше урожая. И с того момента, конечно, мы стали жить лучше, но все равно стало меньше людей, которые занимаются земледелием. Виноградарик, о которых здесь написано, у них даже нет своей земли. И представляете, как тяжело, если им нужно постоянно платить хозяину. Работают на другого человека. Однажды хозяин виноградника встретил их. Обычно люди, которых нанимают, они всегда стараются приобрести хорошее впечатление. И они должны сделать все, что просит хозяин. Ой, хозяин, здравствуйте, добрый день, куда вы идете? И нужно притворяться хотя бы, что ты служишь ему всем сердцем. О, это ты, здравствуй. Как твои дела? Ой, хорошо. Подожди, подойди ко мне. Да, 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 да. Приходи сегодня вечером к нам домой. Хорошо, хорошо. У тебя вечером будет время? Конечно, я найду время. Я должен пойти по вашему приглашению. Я приду. Он пришел к вечеру к хозяину. Они ужинали. Хозяин говорит, ешь. Да я уже поел. Да я все понимаю, ешь, ешь. На самом деле в такой атмосфере трудно есть. Но он сел порцию, говорит, спасибо. Хозяин виноградника говорит, слушай, я хочу с тобой посвящаться. Царь нашей страны поручил мне одну работу. Поэтому я должен поехать в далекую страну, чтобы выполнить эту задачу. Ничего себе, царь вам поручил какую-то работу? Да, как ты хорошо знаешь, я близко общаюсь с королем. И, как ты понимаешь, я не могу находиться сейчас в деревне, я должен работать в столице рядом с королем. Я почти все продал свое имение, чтобы переехать в столицу. Но, как ты знаешь, этот виноградник, который растет у меня, он самый хороший, вкусный, нигде такой не найдешь. Я посадил много виноградников. И также, как ты видишь, оно под наклоном, чтобы больше солнца попадало на виноград. Я специально сделал, чтобы растение могло хорошо расти в такой местности. Сегодня есть булдусер, но в те время это нужно было сделать ручную. Вот. И поэтому я думаю, что ты сможешь получить хороший урожай, но работать придется больше. Но также я сделал, чтобы, например, если ты будешь поливать сверху, тогда вода будет стекаться до низа. Я посадил самый ароматный виноград. И также этот виноград очень стойкий против насекомых. А урожай большой. И аромат самый лучший. Я вот все продал, но продавать виноградник жалко мне. Я думал, как же быть. Я вспомнил, как ты усердно работал у нас тогда, в прошлый раз. И поэтому я решил поручить это дело тебе. Ой, это правда? Конечно, естественно, я поэтому тебя позвал. Ой, вы проявили такую милость ко мне. Спасибо вам большое. Да нет, это не милость, просто мне по нужде нужно, поэтому я буду благодарить, если ты будешь заниматься моим виноградником. Здесь очень хороший аромат. И мне хочется пить вино, полученное из моего виноградника. Я сделаю, чтобы и наш король тоже пел вино из нашего виноградника. Ты работай здесь, как тебе кажется хорошо, но половина от урожая будешь отправлять мне. Как ты видишь, у нас нет конца нашему винограднику. И поэтому дохода будет достаточно, чтобы прожить. Ой, спасибо большое, что ты проявляешь такую милость ко мне. Да нет, я видел, как ты работаешь хорошо. Я и сказал подходящего человека, и я думаю, что ты справишься с этим делом. Ты просто позаботься, чтобы растение не высохло. А также виноградник, я построил дом. Так что завтра прям переезжай. Я думаю, тогда будет хорошо. Я прошу тебя. Представляете, он за один вечер стал богатым человеком. Даже половина дохода достаточно, чтобы он мог жить богато. Вышел из дома хозяина и с песни возвращается домой. Супруга смотрит, а он с такой веселый, выпивший приходит. И она спрашивает, что случилось? Дорогая, теперь... Хоть ругайся, но я ничего тебе не буду говорить. Если я тебе не нравлюсь, можешь уходить. У меня многие будут желать теперь. Дорогой, да ты о чем говоришь вообще? Да я просто говорю. Эй, дорогая, послушай меня. Теперь мы богатые. Да ты поясни, что случилось. Ты что, уже состарилась, не понимаешь, мы богатые. Не, ну ты объясни, почему мы богатые. И он подробно рассказывает, что произошло. Вот я у того человека несколько раз работал в винограднике, и он прошел свой виноградник мне. И говорит, чтобы половину дохода мы взяли себе. У нас появился хороший дом, появился виноградник. Представляешь, как нам хорошо теперь будет житься. Эти супруги думают, где можно получить еще такое благословение? И сердце виноградника было заполнено благодарностью к хозяину. На следующий день они переехали. А там в доме пять комнат. И у детей появилась своя комната. Папа, можно мы будем здесь жить? Им было очень хорошо. Хозяин уехал. Насталась весна и начала созревать Издается аромат от виноградника, а аромат такой прекрасный. Папа, можно я попробую, хотя плод не созрел, но я хочу попробовать. Конечно, ты же мой сын, давай. Все это твое. Не спрашивай. Ему было очень радостно. Виноград начинает созревать. Нужно собирать плод целый месяц, даже если ты будешь работать с работниками. Нужно принести, принести в тачило, сделать вино, положить их в сосуды, и потом продать на рынке. И все хотят купить. И он впервые держит большие деньги в руках. Им было очень хорошо. Ой, как хорошо. Я так благодарен. Теперь он может купить супруге красивое платье. Они теперь очень хорошо живут. Поэтому они стали счастливы. И время шло. Он думает. Хозяин, он дал мне виноградник. Как же я благодарен ему? Супруга говорит. Дорогой, нашему младшему плохо. Мы ни разу не были в больнице, потому что не было денег. Если у тебя есть возможность, может, мы отвезем его в больницу? Да, да, да. Пойдем, пойдем. На следующий день он купил тележку, которую ведет лошадь. Дорогой, что это, что это такое? Там мой знакомый хотел продавать бэушны, я решил купить. Нам что, можно ездить на таких вещах? Ты у меня прекрасная. Я специально купил для тебя. Они были так счастливы. И когда привезли ребенка в больницу, врач говорит, «А, у него не серьезно болезнь. Надо просто принять некоторые лекарства» дали лекарства. Через пять дней ребенок поправился полностью. Всего лишь пару копеек нужно было, а мы не могли дать это раньше. Им казалось, что все это снится. Изменилась их пища, изменилась одежда, изменился образ жизни. Теперь они стали известны в своей деревне. И он также дает деньги на помощь деревне. И жизнь стала намного лучше. Каждый раз, когда было свободное время, он задается вопросом, как поживает хозяин? Вот он порушил виноградник мне. Как же я благодарен ему? Как же я благодарен ему? Дорогие дети, наш хозяин поручил виноградник к нам. Я впервые вижу такого хорошего человека. Когда вы увидите хозяина, вы обязательно поблагодарите его. Да, мы скажем папа, что мы благодарны ему. Да, правильно. Да, хорошо, мы обязательно скажем. Они были счастливы. Если мы прочитаем слово, в котором говорит Иисус, казалось бы, что они будут хорошо служить хозяину, потому что они стали благодаря Нему счастливыми, радостными. Но, как вы знаете, виноградари, в конце концов, они убивают сына хозяина-виноградника. Как подобное могло произойти? Когда я читал Библию, я смог обнаружить одно. Первосвященник, который распял Иисуса, книжники фарисей, все они были знатные в обществе Израиля, но они распяли Иисуса на кресте. Я понял, что сатане очень просто опануть нас, чтобы мы противились Господу. В любой стране, в любое время. Когда были гонения на церковь, были люди, которые предавали

Если посмотреть историю церкви тогда, многие христианские лидеры были арестованы именно будучи преданными своими подчиненными. Они ведь верили в Иисуса, ведь они трудились ради Евангелия. Но как такое могло произойти? Но это ничего не удивительного. Потому что сатане это просто. Знаете, что сказал апостол Павел в послании Галата? Я сораспался со Христу. И теперь не я живу, но Христос живет во мне. Вот что говорит Павел. После того, как Павел получил через Иисуса Христа прощение грехов, нельзя ли всем сердцем просто служить Господу? Он понял, нет, своим нельзя. Потому что если мы будем служить своим сердцем, если мы будем служить своим сердцем, Сатана легко искусит нас в истории христианства повторяется, повторяется, как верующие предают церковь. Как это может быть? Как это стало возможным? Знаете, кто продал Иисуса? Юдайскариот, он видел, как Иисус проявляет силу, Он знал, что Он от Бога. Однако Сатана искусил, и Он продал Иисуса. И в истории церкви всегда было это. Такое же может произойти и в нашей церкви. Люди, которые получили спасение, радовались. Люди, которые славили Господа. Люди, которые трудились ради Евангелия. Они тоже могут противиться церкви и обманывать, используя ложь. Однажды виноградарь, немного выпивший, возвращался домой. И видит, какие-то незнакомые люди стоят у входа. Он говорит, ну вы вообще кто такие? Он немножко выпивший. И они говорят, вот нас послал хозяин, чтобы мы получили часть дохода. По-моему, это и есть тот виноград, о котором говорил хозяин, но мы просто не знаем точного адреса. И виноградар вспоминает, а, это же тот, которого послал хозяин. И с одной стороны, он думает, да, надо будет хорошо их встретить и дать часть дохода, и дать вино. Это люди, которых он так долго ждал. Но он не хотел так говорить. Но вдруг говорит, слушайте, а ты разве хозяин этого виноградника? Ты же всего лишь слуга. А как ты смеешь так со мной грубо разговаривать? Он сам удивляется тому, что он говорит. Что я только что сказал? Я же не так хотел обращаться с ними. Что это со мной? И служитель говорит, а так, почему вы на меня так говорите? Как ты смеешь перечить мне? Ты что, думаешь, что я выпил и поэтому ничего не запомню? Говоря, он сам думает, почему я так говорю? Так ведь нельзя говорить. Ему отвечают, почему мы, разве плохое сделали? Почему вы так со мной разговариваете? Да как ты смеешь перечить мне, ты что? Виноградник даже не знает, почему так поступает. Он хотел наоборот сделать хорошо, но поступает иначе. И так зародился конфликт. Я хотел вас просто отпустить. Но мне надо тебя проучить. Вот тебе на. Началась драка. Пожалуйста, не надо нас пить. Мы пришли получить часть от дохода. Пожалуйста, дайте, мы уйдем сразу же. Ну, конечно, вы уйдете, а вы что, хотели остаться здесь? Вы вообще, что за речь идет сейчас? Вообще не понимаю. Но про Семен думать, я же не хотел так говорить. Я же, наоборот, хотел сделать хозяину хорошо. Что со мной? Некая сила начинает вести его. Апостол Павел сказал, «Я сораспался Христу, и теперь не я живу, но Христос во мне». Даже если я умный, хороший, я не могу победить сатану. Если я своим сердцем буду служить Господу, если я своим сердцем буду верен Господу, если я своим сердцем буду служить церкви, сатане искусить мое сердце будет проще простого. Первое священник, которое распяли Иисуса на кресте. Книжники и фарисеи, вы думаете, они были такие злые? Они были верны, любили Господа. Они получали признание, потому что делали хорошо. Однако не смогли победить соблазн сатаны, поэтому так поступили. Мы получили спасение. Да, мы получили спасение. Вы сегодня слышали свидетельство, правильно? Было удивительно. Первая леди Бразилии, вы слышали, она поздравляла нас. Я был очень благодарен. Это непростое дело. Во время пресс-конференции у меня спросили, как нужно служителям быть в это время. Я сказал, я видел одну фотографию. В Бразилии многие люди умерли от коронавируса. Их сразу же привозят в больницу, если заболевают коронавирусом. И потом прерывается вся связь с семьей. Многие больницы умирают. Тогда даже родственники не позволяют увидеть умершего. Больницы не могут решить проблему тел, и поэтому сразу же хоронят. И поэтому, если ты заболел коронавирусом, то конец. Кладут в больницу, а родители или дети, наоборот, переживают. Отец или родители или дети находятся в больнице, а все родственники переживают. Поэтому я видел, как на коленях они молились, подняв руки на небо. Я думал, что же я могу им дать? Что же я должен делать? В настоящий момент в Миаме есть большие проблемы. Однажды вечером, недавно я позвонил туда. Миссия Ким Кимдей находится там и говорят, что солдаты врываются и убивают. И поэтому они всю ночь молятся. И он со слезами, он общался со мною. Я сказал, да, мы тоже молимся. Как я могу помочь? Пастор, у нас многие голодают. Да. Я отправлю немножко денег. Два раза я отправил. И он был очень благодарен. И тоже от нашей церкви хочется помочь региональной церкви в Мьямме. Многие люди, их родственники находятся в бразильской больнице. Если они умрут, то все, конец. Они не увидят их. Хорошо, если они выйдут здоровыми. Но многие не выходят. Потеряв родителей, потеряв детей, они не могут победить грусть. Я увидел, как многие люди на улице, подняв руки к небу, молятся Богу. Я думал, что же я должен сделать им? Я мог передать только Евангелие. Я начал благовествовать Евангелие. Прошлой весной и осенью прошлого года и передавая слово, многие люди получили прощение грехов. Они были впечатлены. И телекомпания Хеджи Бразию. Я давал им три раза интервью. И во время первого интервью было так много комментариев. Было пять тысяч комментариев, что система зависла. И многие благодарили начальник передачи говорит, кто такой пастор Супак вообще, и он начал узнавать обо мне. Три раза я давал интервью, я общался с ними три раза, и на последний раз ведущая говорит, что я красивый. Я сказал. Я впервые в моей жизни слышу, что я красивый от вас. Вы ведущая, и вы сказали так, поэтому я поверю вам. Я сам знаю, что я низкий ростом и некрасивый. Когда люди слушают это Евангелие, они очень сильно впечатлены. Мы снимали документальный фильм. И говорят, что нужно много денег, чтобы снять документальный фильм. Говорят, столько же затрат, сколько на обычный фильм. Я был благодарен, что мы смогли снять документальный фильм. Вчера я давал интервью для СМИ из Перу. И они сказали, что тоже хотят транслировать документальный фильм. когда людям так тяжело, я передавал им Евангелие, тем, которые стали перед Господом. Я передавал Евангелие президенту Фернандо Луко. Я передавал Евангелие президенту Джон Атамирс, который из Ганы. И они были так тронуты и впечатлены. Когда люди страдают из-за коронавируса, братья сестры, которые получили прощение грехов, они говорят: да, я теперь готов умереть. Потому что я попаду в Царство Небесное. Как же мне радостно! Именно по этой причине первая леди Бразилии, которую я вообще не встречал, поздравляет нас. Я был благодарен перед Богом. Когда мы проводили пресс-конференцию, вдруг первая леди Бразилии поздравляет нас. Я был удивлен. Очень известный ведущий из телекомпании CTN тоже поздравлял нас. И тогда атмосфера стала очень хорошей. Мы очень благодарили перед Богом. Знаете, что важно? Мы получили прощение грехов, и мы хотим жить ради Господа. Мы говорим, ради Бога надо жить. Но... Порой среди наших братьев появляются те, которые противятся церкви. Среди даже служителей бывают. Знаете, почему такое бывает? Я хочу, чтобы вы запомнили. Люди думают, что они сами могут хорошо жить. Но какие бы они ни были хорошими, наша мудрость и мудрость сатаны невозможно сравнить. Сатана больше всего хочет, чтобы ключевые люди из церкви противились Богу. Как Сатана сделал, чтобы Юда Искорет предал Иисуса. Это был план сатаны. Братья и сестры, которые уверили Господа Бога, которые любят Его, когда они получали спасение, вы думаете, они представляли, что они будут противиться церкви или служителю? Но поскольку Сатана намного умнее, очень легко может сделать, чтобы вы противились церкви или Господу Богу. Книжники и фарисеи, и правосвященники, законники. Почему они распяли Иисуса на кресте? Разве они могли представить, что они будут этим заниматься? Сатана их скусил, и очень легко они попались в его улову. Поэтому что говорит Писание? Апостол Павел говорит, я сараспался Христу. И теперь не я живу, но Христос во мне. Конечно, простите. Я размышлял о молитвенном доме в городе Пунда. Пастором Пагонджу, Мы поехали в район Суджи, где есть природная зона. И там была земля, где-то 10 гектаров земли. И сказали, что за 5 миллионов можно приобрести эту землю. Это было очень дешево. Когда мы хотели продать церковь в Пундаге, нам хотели дать 20 миллионов. Мы хотели продать за 20 миллионов и купить землю за 5 миллионов и на 15 миллионов долларов построить молитвенный дом. Я думал, тогда будет прекрасно, и тогда мы сможем построить намного лучше, чем сейчас. Мы хотели сделать хороший концертный зал сделать парковку. И у нас был план. Потом я думал, а это угодно Богу? Мы начали молиться. И время шло, мы были заняты. Прошло немного времени. Прошло 2-3 года всего лишь. И земля в суде выросла в 5 раз. Земля, которая строила 5 миллионов, стоит теперь 15 миллионов. Я плохо знаю волю Господа Бога. Поэтому порой я спрашиваю, вопрошаю Господа Бога. И проходит время порой. В конце концов, у нас не получилось продать, и мы решили в другом месте построить молитвенный дом. Но я верю, что Господь Бог будет вести со своим добром. Конечно, просите меня. Я не всегда живу по руководству Духа Святого. Но я часто говорю, что мне нельзя следовать за своими мыслями. Мне много хочется сделать. Много мне хочется попробовать. Апостол Павел сказал, я зараспался Христу. И теперь не я живу, но Христос во мне. Если я буду верить своим мыслям и буду следовать за своими мыслями, тогда даже самый умный человек, Поскольку дьявол намного мудрее нас. Вчера один брат пришел ко мне, и он хотел со мной пообщаться. Он сказал, пастор, я сделал ошибки. По-моему, этот брат сделал ошибку, когда очень сильно противился нам. Я сказал, для меня это не проблема. Я считаю, что я тоже могу ошибаться. И я был благодарен, что он пришел, чтобы общаться. Такое может быть у нас. И мы говорим это. И если наблюдать, как Бог защищает нас, это удивительно. Когда я принимаю какое-то решение, честно говоря, порой я даже не знаю, как поступить. Мы хотели купить университет. И также мы начинаем теологическую школу в США. Это очень важные вопросы. Поэтому я очень много думаю, когда мы назначали по чоля чолля нашим председателям миссии, когда судили, мне было очень трудно не участвовать на суде. Поэтому я поставил пастор Ким Тион, пастор Мичоль, пастор Мок, и полностью поручил вопрос суда им. И в то время я в три раза больше благовествовал Евангелии. Я не человек, у которого есть хорошая вера. Но я подумал, если я буду участвовать в суде, что я смогу сделать? Я ничего не смогу сделать. Поэтому я продолжал благовествовать Евангелие. Я хотел, чтобы Бог вел это дело. Пастор Лимечорь, пастор Лихомок, пастор Кимдион говорили, мы же ничего, пастор, в этом не разбираемся. Но я сказал, Бог будет помогать вам. И братья удивляются. Они троем заходят на заседание суда с тетрадью. И каждый пишет свои тетради. Потому что нельзя записывать на диктофон. Но что удивительно, что содержание всегда отличается, что совсем о другом написано. Но когда информация собирается в единое, тогда они получают ответ, который не может никакой юрист предоставить. И так мы смогли доказать, что прокурор подделал документы. Были некоторые люди, которые говорили, что пастор, надо это сделать, чтобы сунизили, так да, скажем, наказание ваше. Было время, когда я не знал, кто противник, а кто нет. Потому что братья противились мне. Но Господь очень ясно показал мне. Тот прокурор, который обвинял меня, сейчас его судят. За то, что он предоставил документы другим. И знаете что? Мне сказали в конце. Два года он мучился. Из-за поддельного документа очень многие люди с пострадали. Потому что поверили в ложные документы. И об этом стало известно. Скоро, когда вынесут приговор, тогда все узнают, что он был неправ. Многие люди говорят, что я заплатил, поэтому стал невиновен. Во многих моих делах, знаете, что самое важное? Невозможно сравнить жизнь, в которой я верю в себя, и жизнь, в которой я верю в Господа. Знаете, почему Иисус рассказывает про виноградарей? Люди получили спасение, имеют веру в Бога, Разве Юда Искорет был хуже нас, поэтому предал Иисуса? Разве он продал, потому что не любил Иисуса? Разве он был слабым? Нет. И нас, сатана, может в любой момент искусить, и мы можем сделать то же самое. Поэтому апостол Павел говорит, «Я сараспался Христу, и теперь не я живу, но Христос во мне. Я не буду следовать за своими мыслями. Когда мы открываем Писание, каждый день читая Писание, в чем же заключается воля Бога? Мы должны узнавать и получать Его руководство. Я читал Библию. В этот раз, проводя библейский семинар, я говорил о субботе. Я прочитал слово из Колоссяна 2 главы. Итак, никто да не суждает вас за Пишу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячный, или субботу. Это тень будущего от тела во Христе. Суббота символизирует тень будущего. И праздники, и новомесячный — то же самое. Тогда суббота является тенью чего? Это есть тень будущего тела во Христе. Они являются тенью Иисуса Христа. Тогда многие служители удивляются, когда я говорю об этом. Они просто пытались исполнять субботу. Но как во время субботы нужно отпустить весь груз себя? Иисус является хозяином субботы. И суббота была для того, чтобы научить, что когда мы приходим к Иисусу, мы отпускаем себя весь груз. Написано, это есть тень будущего о тела во Христе. Если Иисус придет на землю, Он освободит нас от греха. Он снимет весь груз. Вот что это показывает. Как суббота отпускает весь груз, неважно, что ты несешь. Также когда приходит Иисус, мы снимаем с себя весь груз. Вот что нам объясняет Суббота. То же самое, когда приносили козой или овец жертву. Приходит кровь и смерть уходит. Как в субботу мы снимаем с себя весь груз. Иисус приходит и говорит, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». И как сказал Иисус, когда мы приходим к Иисусу, мы можем снять весь наше бремя. Также в субботу и служанки, и слуги, и наемники, и сыновья и дочери, любые люди, все должны снять с себя груз. Иисус говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. И суббота является примером этого. Как мы снимаем весь груз в субботу, когда мы встречаем Иисуса, Он снимает с нас все бремя, снимает груз под названием грехов. И вот что объясняет нам суббота. Но люди, не получив прощения грехов, не освободившись от греха, есть многие люди, которые говорят, что они исполняют субботу. Люди удивлялись. Библия в Библии есть каждым словом пара. Иисус говорит, это есть тень будущего от тела во Христе. Мы должны прийти к Иисусу. Не оставив ни капли греха, мы должны снять с себя весь груз греха и приобрести свободу. Вот что значит суббота. Многие люди знают только поверхностно. Поэтому старается исполнять субботу. Однажды я читал книгу о субботе. И называется суббота. Студент, который ходил в теологическую школу, и ему оставалось сдать последний экзамен, он должен был получить хороший балл. Его мама продавала овощи. С большим трудом отправила своих детей учиться, поэтому он должен был окучить. И последний экзамен был в субботу. И он начинает думать. Мама хотела, чтобы он все равно сдал экзамен, чтобы он окучил университет и смог поступить на хорошую работу. Однако не могла сказать ничего сыну. А сын знает, что на сердце матери. Но он решил, я же должен повиноваться Слову Бога. И в субботу он не пошел на экзамен. И он говорит, что я повиновался Иисусу, поэтому получил не зачет. Но он не знал, что суббота это тень. Это картина, которая была дана, чтобы объяснить нам про Иисуса. Как при наступлении суббота мы снимаем весь груз себя? Когда приходит Иисус, мы снимаем себя весь груз. Многие люди страдают, чтобы исполнить субботу. Субботу надо отдыхать. Но несут бремя, которое называется суббота. Вы представляете, как они страдают? О, сдавать их сами или не сдавать. Они получили двойку. Но получили и повиновались Богу. Они так говорят, потому что они знают Писание. Суббота есть тень будущего. Оно символизирует Иисуса. Оно было дано, чтобы показать, что когда приходит Иисус, мы снимаем с себя груз греха. Но держат за закон. Поэтому не могут получить благодать Иисуса. Мы благовестим Евангелие. И через Писание мы изучаем, как Иисус Христос очистил наши грехи. Сегодня многие служители вошли на конференцию СЛФ. И мы, конечно, не посчитали всех. Есть многие служители, которые учатся в теологической школе Гуднёс и получили спасение. Я за это благодарю Господа Бога. Суббота была дана для того, чтобы показать, что через Иисуса Христа мы освобождаемся от любого груза. Когда мы видим духовную жизнь своими мыслями, и когда мы видим духовную жизнь сердцем Иисуса, это будет разница как небо и земля. Ваше сердце легко может обмануться сатаной. Вы говорите, что любите Господа, но люди потом противятся Церкви и получает проклятие. Сатана. Сатана может искусить любого из нас. Поэтому мы должны знать, что говорит Павел. В слове об Иисусе виноградари думали, я должен сделать хорошо хозяину. Надо сделать хорошо. Они так думали. Но в конце убивают сына хозяина. Представляете, как разгневается хозяин? Сатана легко может нас искусить. Поэтому апостол Павел говорит, ⁇ Я сораспался Христу. Я умер со Христом. Я не буду следовать за своими мыслями. Я буду жить сердцем Иисуса. Теперь не я живу, но Христос во мне. ⁇ я не буду следовать за своими мыслями. Буду получать руководство от Иисуса. Поэтому я много молюсь. Читаю Библию, чтобы познать, какая воля Иисуса. Если мы не знаем Его волю, просто будем исполнять субботу. И будем думать, я исполнил субботу, поэтому получу благословение. Так думай, которые не знают Библию. Мы не можем исполнить заповеди. Мы должны знать, что это такое истина, и должны изучать Библию. Мы должны расширить наши знания о Библии, и в конце мы должны уметь различать свои мысли от мыслей Иисуса. Если вы будете жить со своими мыслями, Сатана вас искусит и будет использовать вас. Для него это просто. И сейчас есть люди, которые получили спасение и радовались. Но лжом ругают церковь. И многие обманываются их словами и находятся в искушении. Сатана легко может допустить с каждым из нас. Нам нельзя верить в себя. И как апостол Павел, мы сараспяты Христу. Павел говорит, я умер. Саул умер. Теперь я Павел, я новый человек. Мы живем сердцем Христа, и Христос должен жить в нас, и Он должен вести нас. Иначе сатана искусит каждого из нас. Дорогие, время летит быстро. Мы не знаем, сколько мы сможем жить еще на земле. Может, будем жить год, может, будем жить 10 лет, может, будем жить 100 лет. Но открыв Писание, мы должны принимать сердце Иисуса Христа. И сердцем Иисуса, если вы будете жить, тогда у вас будет совсем иная жизнь. Вы легко можете опануть сатанозой. Но я сараспался Христу. Я распинаю все мысли, которые появляются у нас. И прислушиваясь к Слову Иисуса. Прислушиваясь к Слову Библии. Если мы не будем жить сердцем Иисуса, мы запросто можем стать противниками Господа Бога. И мы также можем поступить, как Юда Искариот. Поэтому мы не должны доверять себе. Наклонив голову, часто спрашивайте у Бога. Молитесь. И я желаю, чтобы вы получали руководство от Святого Духа. И до пришествия Иисуса Христа, давайте будем в стороне Господа. И я желаю, чтобы вы все были драгоценными служителями Бога.